Поехали. Всех приветствую. С нами сегодня будет Андрей Смирнов, и мы проводим мастер-класс от школы Родченко. Суть в том, что это встреча с абитуриентами, где вы как раз можете принимать активное участие, задать свои вопросы. И мы впервые рассмотрим лабораторию звука как отдельное направление, как отдельный практикум в школе Родченко. Я думаю, Андрей подробнее расскажет о том, что это такое. Хочется также отметить, что данная лекция проходит в рамках фестиваля «Отзвук», который пройдет в ЗИЛе, и об участии в мастер-классе внутри этого фестиваля также Андрей попробует нам рассказать. Так, ну, передаю слово. Добрый вечер. Ну, я надеюсь, меня видно и слышно всем. Ну, собственно, вот сегодня это, да, условно называется у нас мастер-класс, но на самом деле, конечно, жанр мастер-класса, он предполагает немножечко другие формы, чем вот такой вот онлайн такая встреча. И у нас такая не очень простая задача сегодня, потому что мне, с одной стороны, нужно действительно рассказать о том, чем, собственно, занимается лаборатория звука школы Родченко, ну, потому что я надеюсь, что вот с кем-то из тех, кто сейчас присутствует здесь в онлайне, мы, возможно, встретимся уже в офлайне физически, и, в общем, возможно, вы станете частью нашей лаборатории. Ну, поэтому, в общем, ну, вот такая непростая задача рассказать то, что, в общем, сформулировать почти невозможно. А с другой стороны, у нас так совпадает, что прием школы Родченко, приемная кампания совпадает с подготовкой к, ну, для нас, самому первому после вот долгой самоизоляции фестивалю и, ну, и проекту, который вот, собственно, начинается буквально через несколько дней в ДК ЗИЛ. И, соответственно, ну да, такая двойная задача, потому что, в принципе, вот то, чем мы будем заниматься на этом фестивале, ну, очень близко к тому, чем вообще мы занимаемся в лаборатории звука. И хотя мы занимаемся самыми разными вещами, то есть невозможно это сформулировать просто в одной фразе, тем не менее, ну вот на материале того, что будет в ДК ЗИЛ, наверное, проще всего понять, что вас может ждать в лаборатории звука школы Родченко. Ну, во-первых, ну, вообще сама вот эта лаборатория, да, это такая, в общем, новая для школы Родченко такая вот мастерская, которая, которой не было еще 3 года назад. Был мой курс, который я читал из года в год, уже, наверное, лет 10, я думаю, уже читаю этот курс, который условно называется «Звук для продвинутых». Да, то есть это не мое название, тут не я его придумал, но так получилось, что он стал, в общем, официальным названием, да, вот «Звук для продвинутых». Ну, официально, значит, я там давал какое-то такое очень такое формально-научное наименование, которое я даже вспоминать сейчас не хочу, потому что, в принципе, да, вот «Звук для продвинутых» – это, ну, уже понятно самого названия. То есть это некая лаборатория, которая занимается исследованиями, опытами, ну, композицией, значит, ну и, наверное, можно много еще назвать вариантов активности с теми, кто, ну, действительно, ну, немножечко так помешан на теме звука. Это не про музыку. То есть музыка – это тоже к нам имеет прямое отношение, но это не совсем про музыку. То есть это для, курс для тех, кого интересует звук, с одной стороны, как акустический феномен, с другой стороны, как психоакустический феномен, ну, потому что, да, мы, в общем, часто слышим иначе. То есть мы слышим не то, что физически реально происходит, наш мозг интерпретирует ту информацию, которую он получает. И это отдельная абсолютно тема. Мы очень много будем заниматься наукой, которая называется психоакустика. Да, то есть акустика – это, собственно, вот физические свойства звука. А психоакустика – это то, как человек воспринимает звук. И вот эти две науки, они иногда приводят, ну да, вот объясняют явления, которые, казалось бы, находятся в противоречии друг с другом. Да, вот в разных, в этих двух науках. Короче говоря, в общем, звук как, ну, в общем,
вот, ну, как, да, акустика, как психоакустика, как наука о звуке. А с другой стороны, звук как объект искусства. Потому что вот все то, что мы узнаем, изучая акустику, свойства звука, как акустического процесса восприятия звука, это на самом деле все безумно соблазнительно с точки зрения того, как это можно применить вот, как художественное средство какое-то. Да? То есть вот, как можно организовать звук, как можно структурировать какие-то процессы звуковые. И, в общем, вот это все то, чем мы занимаемся. В этом смысле музыка, да, то есть это, в общем, не совсем про звук. То есть, ну, вот музыка, классическая музыка, это, в общем, традиция, это тоже, в общем, наука, связанная там, с гармонией, с ритмом. Это в значительной степени изобретенная людьми система, то есть она основана на знаковых системах, в свою очередь, да, то есть нотация, вот, некие знаки. И если мы покопаемся в том, что такое музыка с точки зрения, ну, вот, классической традиции, то на самом деле мы очень быстро обнаружим, что, ну, собственно, звук-то он здесь почти ни при чем. Ну, я немножко утрирую, конечно, специально, но получается что? Что есть вот там курс сочинения, да, композиции, есть там теория гармонии, вот разные-разные науки, которые изучают композиторы, но, допустим, такой курс, как инструментовка, как, собственно, вот, да, да, то есть то, что связывает композитора с реальным звучанием, он на самом деле оказывается где-то, ну, в общем, на заднем плане. То есть такой курс, конечно же, есть, но даже в советских консерваториях, ну, композиторов, в общем-то, не учили инструментовки с точки зрения каких-то современных техник. Да? Это тема электронной музыки, там, электроакустической музыки вообще отсутствовала вот, в программах образовательных, там, высших музыкальных учебных заведений страны. Скажем, какие-то такие техники, как мультифоника, да, как извлекать из инструментов звуки, которые, казалось бы, они не могут издавать. То есть какие-то специальные аппликатуры, то, как изготавливать специальные трости для духовых инструментов, для гобоев, для фаготов, для кларнетов, как приделывать к там, трубе кларнетный мундштук, допустим, и что из этого получается. То есть огромное количество всяких странных действий, которые мы можем производить с музыкальными инструментами, которые приводят к очень интересным звуковым результатам. Вот это все как-то всегда оставалось, в общем, ну, где-то на периферии. То есть такие маргинальные такие были темы для, по крайней мере, вот в Советском Союзе, для высших учебных заведений, в которых обучали музыкальные композиции. Вот для нас это все становится на самом деле первичным. То есть это главный материал, с которым мы работаем. Да? То есть это звук, который можно извлекать, создавать, синтезировать, получать его какими-то абсолютно неожиданными способами из каких-то, казалось бы, абсолютно неакустических процессов, да, из электромагнитных вибраций, из света. То есть вот эти все эксперименты, которые, в принципе, люди проводили в разные времена и которые очень плохо поддавались какой-то систематизации, да, их как-то не очень удавалось аккумулировать в рамках традиционных курсов и традиционных взглядов на музыку. А вот сегодня, в принципе, это, на мой взгляд, самое интересное, что вообще есть про звук, именно как художественный объект. И это то, чем мы будем заниматься. При этом еще вот, да, сама специфика школы Родченко, которая, в общем, не навязывает ни мне, ни там, другим мастерам какие-то вот фиксированные программы. Да? То есть, ну, я пишу программу, у меня есть программа, я вам ее разошлю, когда время придет. Это те темы, которые мы в любом случае проходим, обсуждаем, которые я рассказываю как лекции, да, в форме лекций. Но это маленькая часть того, чем мы на самом деле занимаемся. И замечательно то, что в рамках вот этой лаборатории, как и любой другой мастерской, в принципе, есть свобода выбора, куда нам двигаться.
То есть вот мы начинаем с какого-то вполне традиционного курса, который я читаю, но как только появляются вопросы, какие-то запросы с вашей стороны, там, предложение что-то поменять или, наоборот, подключить какую-то другую тему, которая у нас даже не была запланирована. Вот это самое ценное, что я, в общем, вижу в рамках нашей деятельности. То есть мы можем поменять направление, ну, просто вот, да, я читаю лекцию, появляется вопрос, и вот если я понимаю, что вот да, вот нужно пойти в эту сторону, и мы можем посмотреть на тему абсолютно с неожиданной точки зрения. Мы это делаем. Да? То есть я к тому это все рассказываю, что лаборатория звука – это не какое-то, в общем, место, где, ну, вот читаются академические лекции, где мы занимаемся какими-то, ну, уже там многократно проверенными, испытанными экспериментами. Ну да, занимаемся. Но как только появляется возможность нам выйти за рамки того, что мы уже пробовали, вот это золотого стоит. То есть это лаборатория, которая вообще-то с самого начала задумывалась как такая вот экспериментальная площадка, где мы можем позволить себе то, что мы не можем позволить себе дома вот, или в каком-то академическом институте. Сами маленькие размеры лаборатории, школы Родченко, они тоже по-своему очень в этом смысле удобны, потому что нам гораздо легче, у нас очень маленькая инерция, да, очень маленькая инерция, и поэтому мы можем очень быстро лавировать, очень быстро переключаться с темы на тему, возвращаться к темам. И вообще говоря, каждый год курс формируется почти заново. То есть он формируется, исходя из того, как работает обратная связь со студентами, и насколько вообще активен курс, насколько активны все участники лаборатории. И чем выше активность, тем на самом деле неожиданнее и интереснее могут быть результаты. Вот как-то так. Да, это такие общие слова про то, чем мы занимаемся. Почему на фоне заставки вот эта вот странная диаграмма, которую я только что приделал? На самом деле это абсолютно уникальный материал. Это уникальная диаграмма из архива Евгения Шолпо, изобретателя техники графического звука, связанной с изобретенным им аппаратом вариофоном. Да, это диаграмма вариофона. Что это такое? Я не буду вам сейчас рассказывать подробно про то, что это такое, но просто как иллюстрацию того, чем мы располагаем, наверное, это вот стоит рассказать. Дело в том, что уже много-много лет, не знаю сколько, но сколько я себя помню, я занимаюсь тем, что нахожу, да, ищу, каким-то образом систематизирую самого разного рода архивные материалы, связанные с изобретениями в области искусства звука, музыкальной технологии. И это не историческое исследование. Да? То есть это не то, что я пытаюсь какие-то известные уже исторические факты понять лучше, да, там как-то найти больше подтверждений вот, идеям изобретателей. Это не про историю. Это про то, что можно назвать медиа-археологией или вариантологией, то есть такие два термина, которые скорее указывают на то, что меня интересует в прошлом те какие-то те артефакты, какие-то идеи, да, имена, концепции, которые по тем или иным причинам оказались тупиковыми, оказались забытыми, что вовсе не означает, что они были чем-то ущербны. Ну, всегда есть множество причин, по которым история пошла вот по этой ветви, а не по какой-то другой. Вот я собираю факты, идеи, связанные с тем, что могло бы привести к каким-то очень интересным ветвлениям, да, и какой-то иному историческому пути, чем тот, который сложился. Но не привело. Но это не означает, что это не могло привести. И вот эта коллекция самых разных идей, документов, имен, она на самом деле очень важна с точки зрения того, как вообще говоря, в нашей лаборатории мы строим вообще саму стратегию, тактику, то есть вот будущего. А для чего мы делаем то, что мы делаем?
как мы находим какие-то идеи для, может быть, будущих проектов. Потому что так получается, что очень многие вот из этих, казалось бы, затерянных идей, они на самом деле сегодня невероятно актуальны с точки зрения как раз стратегии будущего, а не воспоминания о прошлом. И вот эта диаграмма – это просто один из примеров. Это фактически такой протосинтезатор, то есть это почти компьютер. Это диаграмма примерно 1932-1933 года, когда Шолпо научился синтезировать абсолютно искусственные фонограммы. Вот на кинопленке он делал искусственные звуковые дорожки таким образом, что он мог рассчитать и с помощью этого аппарата автоматизировать процесс создания искусственной графики звуковой дорожки. Причем дорожка могла быть полифоническая, мультитембральная, то есть это мог звучать целый оркестр. И вот изо дня в день, там, неделя за неделей, из месяца в месяц на этом аппарате Шолпо и его коллеги программировали звуковые дорожки и получали, в общем-то, очень интересные музыкальные результаты вообще без участия исполнителя. То есть, по сути, это и есть музыкальный компьютер, но еще задолго до того, как компьютер был изобретен, как, собственно, ну, тут я сам по себе противоречу, потому что я буду рассказывать историю компьютерной музыки, и там я буду рассказывать про компьютеры в 19 веке, там про Аду Байрон, то есть, в принципе, про те времена, когда, казалось бы, вообще не могло быть никакой технологии, такого рода технологии, она все равно была. Это вот эти все вот, да, такие зерна, которые падали в какую-то такой вот, на эти грядки исторические, и эти грядки как-то почему-то, ну, вот, были невозделаны, семена не всходили, мы их собираем, они нам еще пригодятся. Вот, короче говоря, мы располагаем, ну, я располагаю, я делюсь с вами теми архивами, которые я имею. То есть это огромное количество очень интересных документов. Возможно, кому-то они пригодятся, возможно, кто-то захочет их тоже исследовать. И это один ресурс, которым мы располагаем. Ну, другой ресурс – это сами аппараты. Очень часто, к сожалению, железо не сохраняется, и аппараты тоже не сохраняются, их выбрасывают там, изобретатели, их родственники после смерти изобретателей. Они меняют квартиры, там, продают квартиры, там, покупают другие квартиры. И увезти за собой там, килограмм 100, 200, 300 железа они не могут. И поэтому, в общем, если документы, как правило, сохраняются, и вот это замечательный такой вот феномен, то аппараты, к сожалению, теряются. Тем не менее, ну вот после ремонта, да, момент моего въезда в нашу лабораторию, вскоре после окончания капремонта, это было, ну, где-то, наверное, месяца три назад, четыре, это, по-моему, сразу перед началом самоизоляции. То есть, ну, вот как-то так все у нас выглядит. И вот вы видите, что уже здесь у нас находятся всякие исторические аппараты. Это не потому, что мы будем обязательно на них работать. Но это аппараты, которые будут доступны. То есть, если вы захотите ставить опыты на этих аппаратах, это всячески приветствуется. И это совсем даже не какие-то вот ископаемые. Да, они очень даже могут оказаться актуальны сегодня и завтра. Вот вы видите, такой вот у нас стоит термин Vox. Ну, в общем, это такая реплика RCA и термин Vox. Но на самом деле, сразу, да, скажу, что я его использую в качестве инсталляции. Это ящик, сделанный под американский 28-го года RCA Termin Vox, а внутри я могу устанавливать самую разную начинку. Обычно там стоит компьютер. Но можно поставить ламповую схему Termin Vox, то есть я могу его использовать в зависимости от ситуации по-разному. А вот это уже исторический инструмент. То есть это не более, не менее, как эмеритон. Эмеритон – это один из самых первых советских электронных музыкальных инструментов. Причем вот именно этот эмеритон, он где-то примерно конца 40-х, ну, самые первые – это 36-37 годы. Их было всего 8 штук построено. Вот два, я знаю, сохранилось. Один из них стоит вот в нашей коллекции, в лаборатории звука. И, ну, вот этот эмеритон конкретно использовался в озвучивании большого количества советских фильмов конца 50-х, начала 60-х годов.
Ну, то есть, по сути, это такой, в общем, протосинтезатор. Еще до того, как Роберт Мук стал строить свои модульные системы, там, как Букла стал строить свои системы. То есть, это то, что было еще в 30-е и 40-е. Значит, и это очень интересно, потому что даже в этом аппарате мы находим целый ряд конструктивных решений, которые могут нам очень даже быть полезными, и они вообще очень неожиданные и очень по-своему актуальны сегодня. Ну, потому что, да, вот технология, она развивалась так, как она развивалась, и многие решения технологические, которые как-то, ну, были закреплены в истории музыкальной технологии, они на самом деле далеко не самые функциональные и, может быть, совершенные. Ну, исторически так сложилось. Вот в этом аппарате, в частности, мы можем найти очень интересные технические решения, которые, я думаю, нам еще не раз пригодятся. Так что, в принципе, вот готовьтесь к встрече, если появитесь в лаборатории. Здесь я не вижу больше ничего на этой картинке. Могу сказать, что вот за этой белой стенкой находится еще несколько аппаратов, которые в этот момент были еще не свинчены. Это гармониум Льва Термена. То есть вообще у нас целый ряд инструментов Термена, подлинных инструментов Льва Сергеевича Термена, создателя Терменвокса, первого в мире электронного музыкального инструмента. И вот у нас за этой стенкой стоит его платформа Терпситон. Ну, это последний Терпситон, который он построил в своей жизни. Первый Терпситон – это 31-й год. И это, ну, начало интерактивности. То есть это специальная антенна, вмонтированная в платформу, двигаясь на которой танцор управляет звуком. Да, то есть была идея, что танцор с помощью танца, с помощью движения тела, пластики тела, управляет звуком. И вот в 30-е годы это, конечно, было еще очень все несовершенно и работало плохо, но сегодня, в общем, мы имеем гораздо больше возможностей. И используя такие, например, программы, как MaxMSP, как PureData, да, то есть это языки визуального программирования, которые очень удобны для программирования интерактивности, интерактивных систем. Думаю, что мы, вот как только мы наконец сможем собраться, да, на территории лаборатории, когда наконец все это безобразие с самоизоляцией закончится, в общем, эти опыты у нас начнутся очень скоро. Гармониум Термена. Ну, не буду сейчас вдаваться в подробности, он тоже за этой стенкой стоит у нас. Ритмикон. Это первая в мире ритм-машина. Их было три построено. Две было построено в 1931-1932 годах, и одна уже в 1960-х годах. Вот последний, третий Терпситон, Ритмикон, он находится сейчас в этой комнате, но он сейчас, да, вот у другой стены, где-то вот туда, куда я сейчас смотрю. Вот я сейчас смотрю на этой фотографии как раз на Ритмикон. Он рабочий. И это тоже специфика нашей лаборатории. То есть я рассматриваю вот эти ископаемые, да, исторические такие артефакты не как коллекцию, музейную коллекцию. А музеи, ну, в общем, традиционно музей – это такое кладбище. Это кладбище каких-то вот исторических, художественных объектов, там, музыкальных инструментов, да, к которым нельзя прикасаться. Здесь мы можем прикасаться ко всему. И предполагается, что все эти аппараты, они не просто должны быть доступны для работы, они должны быть просто абсолютно функциональны и должны, в общем, каким-то образом интегрироваться в те технологии, с которыми мы работаем сегодня. Да, то есть такая идея гибридизации, когда цифровые технологии, аналоговые технологии, оптические технологии, механические технологии, там электромеханические. Вот это все рассматривается как некое такое вот единое поле, в котором мы, собственно, и существуем. И Ритмикон, который я, ну, относительно недавно я его привел в порядок, он, например, имеет в себе встроенный интерфейс. Его можно подключить к компьютеру, работать с ним из MaxMSP. То есть можно программировать очень сложные ритмы, которые невозможно запрограммировать на современных ритм-машинах. Да, то есть тоже вот что замечательно. Казалось бы, ну, инструмент ему уже скоро 100 лет будет. А он создавался на совершенно иных принципах. То есть сама идея Ритмикона, она, в общем, отличается от тех принципов, на которых строятся современные ритм-машины. И поэтому, конечно, Ритмикон не может играть все то, что мы программируем на драм-машинах, но то, что мы можем запрограммировать на Ритмиконе, очень далеко
да, отличается, очень сильно отличается от того, что мы можем сделать на драм-машине. То есть мы ограничены на драм-машине. И вот та полиритмия, которая нам доступна на ритмиконе, она нам недоступна, ну, практически больше нигде. Ну, вот такая вот реклама, да, реклама коллекции. Это не все, это только часть коллекции. Тут самые разные объекты, акустические резонаторы Гельмгольца, какие-то органные трубы. Это все из коллекции акустической лаборатории Московской консерватории, которая, к сожалению, не существует, ее уже не существует где-то с начала 90-х. Ну, как-то вот... Это вся история, да, вся история современной отечественной музыкальной технологии, электронных музыкальных инструментов, которые, в общем, очень богата идеями в Советском Союзе, забытыми идеями. Тем не менее, это все то, что было выброшено в разные времена, это списывалось, выбрасывалось. Ну, какие-то вот, да, умные люди, которые работали в консерватории, все-таки сохраняли эти аппараты, тащили их обратно, хранили их в каких-то пыльных углах. И вот сегодня мы можем, в принципе, со многими этими объектами работать опять. И, в общем, ну, просто хочу еще раз, да, повторить эту мысль, что вся вот эта вот архаика, она не является каким-то ископаемым из прошлого. Да? Она абсолютно функциональна. И, вообще говоря, она позволяет совершенно иначе посмотреть на звук и на его приложение как, собственно, художественного объекта, художественного материала. Лекции сегодня не будет, да, это не лекция. Я поэтому просто рассказываю какие-то вот общие такие вот темы, которые будут у нас обсуждаться. Собственно говоря, ну, чтобы было понятнее, да, вот откуда ветер дует, вот кого я рассматриваю в качестве таких отцов-основателей искусства звука и, в общем, имена, которые, возможно, ну, вот вы знаете, наверняка знаете, но, в общем, которые могут для вас зазвучать совершенно иначе, да, и идеи, которые, возможно, совершенно, казалось бы, и не связаны с именно этими историческими персонажами, тем не менее. Казимир Малевич, ну, безусловно, это один из основателей искусства звука. К сожалению, в те времена, когда его интересовал звук и музыка будущего, ну, просто, да, его идеи, они слишком опережали эпоху. И то, что Малевич сформулировал в 15-м году по поводу современной музыки, да, вот, которая должна быть основана на музыкальных пластах, которые имеют длину и толщину, да, то есть вот музыка, которая мыслится и измеряется в характеристиках скорее каких-то физических объектов или процессов. Это то, что, о чем он мечтал в 15-16 году. И это ни к чему не привело. Но, тем не менее, вот, может быть, самый такой авторитетный персонаж исторический, которого я могу сейчас упомянуть, это Эдгар Варез, французский композитор. Он фактически цитирует, вот в этих цитатах он цитирует Малевича, ну, правда, спустя 20 лет, даже 21 год, в 1936 году. Да, то есть он также мыслит звук как некую материю, которая можно, которая имеет такие характеристики, как плотность, скорость излучения, объем. И вот подобные идеи, они на самом деле для нас очень актуальны. То есть это то, что нам позволяет вообще иначе взглянуть на феномен музыки и на звук как объект, который, наконец, да, мы можем использовать, как он есть, организовывать его. Ведь что такое музыка с точки зрения Вареза? Да? Вот Варез говорит, музыка – это организованный звук. А я, как он писал, не композитор, а работник частоты и интенсивности. Но могу еще кучу привести имен и цитат, но, может быть, хватит этих двух пока, потому что просто уже из этого видно, что теми персонажами, с которыми мы будем сталкиваться, становятся совершенно не обязательно композиторы. Известные нам композиторы, там такие Рославец, Масалов. Нет, ими становятся на самом деле художники часто, изобретатели, которые занимались звуком
с какой-то абсолютно неожиданной точки зрения. Ну, подобно Малевичу, да, который никогда не писал музыки. Но те идеи, которые он предложил в 15-м году, они на самом деле были настолько актуальны впоследствии, спустя десятилетия, что, в общем, когда начинаешь читать цитаты, не только из Вареза, да, то ты понимаешь, что, в общем, ну, это все цитаты из Малевича. Просто Малевич про это ничего не знал. Собственно, так же, как и те, кто фактически повторяли его идеи, они никогда не читали высказывания Малевича. Это переписка Малевича с Матюшиным, которая до сих пор до конца не восстановлена. То есть многие письма утеряны. Я знаю, что именно этих годов переписка Малевича с Матюшиным сейчас похожа. То есть какие-то куски вот этой вот корреспонденции опять найдены. То есть, возможно, мы узнаем еще гораздо больше про такие вот интересные идеи, которые генерировал Казимир Малевич. Но вот это все безумно интересно, потому что сегодня, да, когда уже вот сам дискурс искусства звука, он сформирован, и когда, произнося те или иные слова, мы уже четко понимаем, да, вот нам не нужно объяснять контекст, у нас уже все сидит, да, вот все дискурсивные связи работают. Мы вдруг обнаруживаем действительно, насколько вообще далеко в прошлое уходят корни вот этих вот идей, которые сегодня для нас с точки зрения искусства звука и музыкальной технологии, ну, может быть, которые являются наиболее актуальными и ключевыми. Ну, да, вот. Вот такое, такое есть вот произведение у Малевича. Вот, да? То есть здесь совершенно естественным образом нам нужно перейти на третьего ключевого персонажа, с которым мы тоже постоянно сталкиваемся и с которым мы постоянно имеем дело. Это, конечно, Джон Кейдж. Ну, не то чтобы Малевич и Кейдж, что их идеи были в чем-то сильно близки. То есть, конечно, есть определенные родственные связи, но их, конечно, очень сложно здесь четко сформулировать. Все-таки Кейдж занимался другим. И, конечно, вот эта идея про то, что цель музыки – молчание, и 4.33 Кейджа, которая вся основана на тишине, ну, на кажущейся тишине, да, на том, что происходит, когда мы все замолкаем и 4 минуты 33 секунды сидим и чего-то ждем. Что, казалось бы, не происходит. На самом деле все происходит. Это, конечно, совсем разные вещи. Ну, потому что, да, вот у Малевича там разные формы, представленные во времени и пространстве, находящиеся под разными углами, образуют разные звуковые волны. Это вот интерпретируя его переписку. Но как в единстве живописного ритма исчезают различия между цветами в белом супрематизме, так единство звукового ритма образует единозвук во множестве и ведет к исчезновению различий между звуками, к молчанию. Да, то есть это совсем другое. А у Малевича все-таки для него важна идея скорее случайности. Да, то есть вот его формулировка. Я оперирую случайным, это помогает мне сохранить состояние медитации, избежать субъективизма в моих пристрастиях и антипатиях. Ну, то есть здесь мы приходим просто к тому, что вот как раз на рубеже 10-20-х годов появляются идеи, связанные с так называемыми найденными объектами, там, found sound или там ready-made. То есть это идея того же фонтана Дюшана, да, то есть фонтан – это писсуар, который перенесли в пространство галереи, и оказалось, что вот этот писсуар, который был, ну, буквально, да, найден где-то на Парижской улице и установлен в выставочном зале, обретает абсолютно иной смысл и значение. И вот когда в 17 году произошло вот это событие, и писсуар вдруг стал художественным объектом, ну, случилась действительно революция. И, в общем, вот эта идея того, что не обязательно создавать объект с нуля, можно находить объект. И смена контекста, перенос объекта из одного пространства в другое, на самом деле приводит к радикальному изменению смысла и значения самого объекта.
И вот 4.33 – это как раз и был пример того, как фактически тот звук, который не создает никто, ну, то есть он существует, да, фон, там, фон становится фактурой. То есть фон становится тем, что воспринимается уже как некий организованный звук, и композитор фактически, его способ организации этого звука сводится к тому, что он щелкает секундомером для нас, включает эту самую тишину, включает ситуацию концерта, заставляет слушателей переключаться в состояние слушания, ну, когда все сидят и внимательно ждут, что зазвучит. А ничего не звучит. И вот этот фон становится фактурой. И фон начинает работать как музыкальная форма. И поэтому не случайно в 4.33 у нас есть три части. Каждая часть имеет строго определенное время. Это трехчастная форма. И не будем сейчас рассуждать много на эту тему. Но это все к тому, что как только мы начинаем сталкиваться со звуком как акустическим феноменом и как психоакустическим феноменом, мы оказываемся в ситуации вот такой тотальной зависимости от множества факторов. Ведь звук – это не совсем про какую-то вибрацию, да, акустическую. То есть волна доходит до наших, до органа слуха, до уха, попадает на барабанную перепонку, и там, в принципе, она заканчивается. Ну, там молоточек стремечкой, передается еще какая-то вибрация на овальное окно внутреннего уха. Но то, что происходит дальше, это настолько странный и на самом деле полумистический процесс, что тоже мы сейчас не будем углубляться в эту тему, но то, что мы реально воспринимаем как слышимый звук, имеет отношение к акустическим вибрациям, ну, весьма косвенно. И вот на наше восприятие начинает влиять и какие-то визуальные факторы, которые сопровождают звук, и какие-то там иные факторы, там, начиная с погоды, кончая тем, что еще звучит параллельно, и что означают те или иные звуки, которые звучат параллельно. Да? То есть я могу сейчас фантазировать много на эту тему, но так получается, что, вообще говоря, звук – это не просто какой-то, ну, простой достаточно акустический феномен. Это, вообще говоря, комплексное восприятие для слушателя. И вот эти вот идеи, да, начиная с Малевича, его идеи супрематизма, которые он пытался интегрировать в музыку безуспешно, и Кейдж с его идеей случайности, потому что так оказывается, что одни и те же звуки в разных контекстах начинают работать абсолютно по-разному. И композитор манипулирует вот этими контекстами и может сделать так, что слушатель начинает воспринимать что-то совершенно иначе, чем это могло бы быть, если бы контекст оставался прежним. А то есть композитор начинает выступать в роли такого, в общем, манипулятора восприятия. И здесь так получается, что мы на самом деле очень далеко сразу отрываемся от традиции, от каких-то музыкальных теорий, в которых все написано, вот, там лады, тональности, значит, теория ритма. А вот мы ищем на самом деле в нашей лаборатории в значительной степени те пути, которые позволяют нам, в принципе, объехать какие-то каноны, какие-то шаблоны, какие-то вот наработанные теории, взглянуть иначе, да, поменять угол слышания. И оказывается, что это возможно. Вот это безумно интересно. То есть вот про это лаборатория. То есть не про то, чтобы отказаться от традиции, чтобы, значит, делать что-то вопреки традиции. Нет, наоборот. Мы будем очень много заниматься, в общем, вполне традиционными вещами. Мы будем заниматься очень много музыкальной формой. Но в совершенно ином контексте. В совершенно ином контексте. И, в общем, это очень непростая тема. И для меня в том числе. Я сам очень много, естественно, изучаю и открываю для себя каждый Новый год. Да, вот каждый раз, когда начинается новый поток, и я меняю очередной маршрут следования по темам, и начинаются какие-то открытия, которые мы делаем все вместе. И, в общем, каждый год я очень, очень многому научаюсь.
Потому что, в общем, задача студии и лаборатории звука – это все-таки дать нам инструменты и возможности взглянуть иначе. Казалось бы, на вполне привычные традиционные вещи. Поэтому, если вы хотите прийти в лабораторию звука и научиться писать аранжировки, писать какую-нибудь вполне традиционную музыку, то нет, я не умею. Да. Этим мы не занимаемся. Но если вы хотите найти способ обойти какое-то, в общем, препятствие, традиционное препятствие в виде какого-то, да, вот традиционного подхода к звуку, к ритму, возможно, да, то вот это как раз к нам. Потому что мы как раз ищем способы понять природу того или иного феномена и, возможно, поменять ракурс, да, поменять траекторию, взглянуть на феномен с другой точки зрения и, возможно, использовать его в своих корыстных целях совершенно иначе. Значит, вот примерно этим мы занимаемся. Как примеры еще, да, то есть вот, вот некоторые документы, такие исторические артефакты из моего архива, ну, точнее, из моей коллекции, потому что это вообще-то был архив Института ГИМ, Государственный институт музыкальной науки, который существовал с 21 по 29 годы в Москве. И, к счастью, некоторые документы сохранились. Ну вот, например, замечательный документ. Это попытка перевода статьи из газеты Times, из американской газеты Times, где была статья в 24-м году, тут где-то дата у нас была, да, 24-й год, апрель 24-го года, о музыке звезд. То есть это история про очень известного изобретателя, генерала, французского генерала, который одновременно был членом Французской академии наук и занимался самыми ранними системами радиопередачи. То есть он был, как у нас Попов, вот был генерал Ферри. Он был коллегой Маркони. То есть он занимался очень серьезными исследованиями и разработкой самых первых систем радиопередатчиков, радиоприемников. И вот у него была такая идея, оказывается. Он столкнулся с феноменом перевода света в электрический ток. То есть был найден материал селен, который позволял получать электрический ток под воздействием света. И вот на основе этого селена стали делать фотоприемники. То есть самые первые фотодетекторы, которые позволяли нам измерять интенсивность света. И он так вот, такая идея ему пришла в голову. А вот если мы возьмем и подключим такой вот селеновый элемент к телескопу и переведем в электрический ток свет звезд. Ведь звезды светят не постоянным светом. Это свет, который несет постоянную какую-то модуляцию, вибрацию. И мы наверняка услышим то, что Ферри называет музыкой звезд. Замечательная идея, 24-й год, никто еще не пробовал. И, по-видимому, никто и не попробовал, потому что, ну, похоже, эта статья была, в общем, ну, скорее о каком-то таком, ну, случайном, в общем, не имевшем последствия факте в биографии Ферри. Он никогда не занимался, на самом деле, больше музыкой звезд, но... Это то, чем мы сегодня занимаемся, вот мы в нашей лаборатории и очень многие другие звуковые художники, переводя свет в звук и используя самые разные технологии измерения, детектирования вибраций разной природы для того, чтобы производить звуки. Оказывается, что-то безумно интересно. И вот просто вот пример, да, того, что вот это уже что-то из области науки. То есть технолог, изобретатель, ученый Ферри, генерал Ферри, сформулировал идею, которая на самом деле является чисто художественной практикой. То есть идея, готовая для воплощения, ну, в области того, что мы сегодня назвали бы медиа-искусство, там, да, или там, искусство звука. Это прекрасный абсолютно материал для создания инсталляций сегодня, не тогда.
Но идея была сформулирована в 24 году. Поэтому в нашей лаборатории стираются грани между музыкой, акустикой, психоакустикой. И вот самые разные грани между акустикой, например, да, и другими науками. Потому что самые разные науки могут дать нам очень интересный материал для исследования в области как раз звука. Поэтому, в общем, есть большое количество коллег, которые занимаются такого рода исследованиями. Есть большое количество очень интересных работ, которые проводятся и создаются в самых разных странах. И это все тоже часть нашей деятельности. И вот мы этим занимаемся, мы этим будем заниматься, и я надеюсь, что некоторые из вас к нам присоединятся. Ну или вот другой документ. Это тоже из моего архива. И, ну, это что? Это 40-й год. Это негативный отзыв на изобретение некоего изобретателя Хавкина. Да, то есть я показываю то, что я показываю в последнее время на многих лекциях, потому что мне очень нравятся вот эти документы. Что предложил товарищ Хавкин? Ну, к сожалению, имена мы не знаем, потому что в официальных документах советских никогда не ставили имен. В лучшем случае инициалы. Поэтому вот мы знаем этих людей только по фамилиям. Хавкин предложил кристаллизатор звука, кристаллизатор музыки. То есть, что такое звуковой кристаллизатор по Хавкину? Ну, да, прежде чем я это объясню, просто давайте посмотрим, что происходит в 40-м году. Что такое 40-й год? Значит, начало 30-х, 34-й год – это расцвет соцреализма. То есть никакие экспериментальные методы и концепции в музыке, в других искусствах неприемлемы. С ними борются. Они все рассматриваются как формализм. То есть, допустим, идеи Джона Кейджа о случайности, о найденных объектах, найденных звуках в это время неприемлемы. Кейдж уже начинает об этом думать. Да, первый опыт он проводит в начале 50-х годов. А тут товарищ Хавкин предлагает некий аппарат, который может кристаллизовать музыку из звуков окружающих нас процессов. Да, то есть фактически вот это изобретение, которое так и не было, да, запатентовано, оно предлагает нам рассмотреть все, что звучит вокруг нас, как материал для генерирования музыки без участия музыканта или композитора. То есть он предложил установить специальные резонаторы, настроенные на определенные ноты, в каком-то шумном пространстве, поставить микрофоны внутри этих резонаторов и собрать все эти звуки вместе и транслировать их, ну, куда-то, да, где мы можем послушать, что звучит. И вот он полагал, что вот эти процессы окружающего нас мира, они начнут отзываться в этих резонаторах как музыка. И так оно и есть. Это действительно так должно быть. И слушатели начнут слушать вот эту музыку, кристаллизованную из окружающих нас процессов. Конечно, Хавкин это на самом деле в точности повторяет то, что, чем занимался, ну, может быть, самый известный последователь Джона Кейджа, Элвин Мюсье. Или Элвин Мюсье, который приезжал в Москву относительно недавно. Да? То есть это абсолютный классик экспериментальной музыки. Фактически занимался тем, что из одной инсталляции в другую реализовывал идею товарища Хавкина. Вот. Поэтому вот это медиа-археология, вот это вариантология. Да? Это прошлое не как собрание фактов, подтверждающих известную нам историю, а как собрание, как многообразие возможностей. Да, то есть это как то, что могло бы быть, тогда не случилось, но сегодня мы находим этот документ, и мы просто берем и строим инсталляцию, и оказывается, что эта инсталляция, она, в общем, ну, сегодня она должна существовать, завтра она будет существовать. Ну вот эти идеи, связанные с экспериментальной музыкой, ну, а, собственно говоря, экспериментальная музыка – это как раз и есть то, что, наверное, ближе всего к эстетике нашей студии, нашей лаборатории. Потому что, ну, в отличие от авангарда,
Ну, авангард – это как бы попытки расширить границы традиции изнутри самой традиции. Экспериментализм – это попытки сломать границы извне. Поэтому вот очень многие из тех исторических персонажей, да, ну, или не совсем исторических, потому что они не вписались пока что в историю, с которыми мы работаем, они, в общем-то, были, ну, маргиналами. То есть это не композиторы, это не музыкальные теоретики. То есть они были художниками, кинорежиссерами, там, Зиговертов. Они могли быть изобретателями, непризнанными часто изобретателями, потому что то, что они предлагали, подобно Хавкину, да, это, ну, просто, ну, это нонсенс. То есть это, этого не могло быть, это, ну, это вообще неправильно, то есть это просто почти преступление. А точнее, это просто ошибка. Поэтому этого не было. Часто подобные идеи, да, то есть вот как в этом негативном отзыве, вот человек не получил авторское свидетельство, он не получил патент на замечательную идею. То же самое случалось с Львом Сергеевичем Терменом, который на самом деле постоянно предлагал разные изобретения, но был целый ряд изобретений абсолютно гениальных, которые так никогда и не были в Советском Союзе запатентованы. Потому что они просто, ну, выходили за рамки какого-то, ну, нормального, рационального ума. И это тоже часть нашего архива. Да? То есть это тоже вот эти отчеты Термена о его изобретениях, это переписка с инстанциями, попытка доказать, что ты прав. Вот. И да, полная невозможность, в конце концов, добиться своего. Это на самом деле все безумно поучительно и важно. Папа, почему? Часто мы называем... Сейчас. Сделай сам. Do it yourself. DIY. Вот посмотрите, да, то есть сейчас я вам запущу пока видео и пойду пока включу ребенку компьютер с мультиком. А вы посмотрите вот на этот мультик. Это... один из тоже таких вот, ну, гуру, сегодня гуру звукового искусства, Николас Коллинз, который показывает, как он извлекает звуки из, казалось бы, абсолютно незвуковых объектов. И это часть того, что у нас в нашей лаборатории является практикой. Да? То есть у нас есть теория, есть практика, и каждую неделю мы будем заниматься как разговорами, так и чисто практическими опытами. Да. Сейчас. This is an inductive pickup, sometimes called a telephone pickup or a coil pickup. It picks up the sound of electromagnetic vibrations rather than sound vibrations. In order to listen to it, we need a small amplifier like this. You plug it in, and tapping it or talking around it produces no sound. If, on the other hand, we move in something that generates big electromagnetic field, like a wart, you can hear the sound of the 60 cycles that our electromagnet runs at when we move this around. Interesting for some composers, maybe not for others. So what else can we listen to? Here we have a fan. Put this on the back of the fan, turn on the fan. All right. Cell phones. This is a familiar enough sound to anyone who's tried to make a quiet video recording. The tick tick is the sound of a cell phone trying to reach the tower and find out if anything's happening. If we dial a number. There it is. It's saying, listen. We hang up. Sleep. Camera. One great source of unusual sounds is a computer, and you can do a lot of great computer music just running your email program. By moving the coil around, like a stethoscope,
you can listen to the electronic activity of different parts of your computer. The battery, the trackpad, different parts of the battery, clock, display driving circuitry, power adapter. It's like being a digital doctor. But one of the greatest sounds in the world to listen to with this is the old-fashioned CD player. So here, put it on top, press play. You move to different areas, you hear all the different servos that are driving the motor. And then, of course, the last thing that you can do with it is feedback. Ну, мы не будем досматривать это до конца, просто, да, это просто как пример того, что есть множество очень простых методов получать, в общем-то, очень интересные организованные звуки, найденные звуки, да, found sounds, с которыми мы потом можем, на самом деле, манипулировать тоже самыми разными способами, то есть мы можем их рассматривать просто как они есть, да, то есть вот в эстетике экспериментальной музыки Кейджа, как тот материал, который приходит к нам здесь и сейчас, и вот, вот он есть такой, какой он есть. Или мы можем их рассматривать как звуковые объекты и дальше манипулировать с ними уже в контексте музыкальной композиции конкретной музыки. Вот Пьер Шефер, да, создатель конкретной музыки, концепции, которая была сформулирована в 1948 году во Франции и привела к созданию того, что мы сегодня называем акусматика. Вот, да, с него начинается электронная музыка. Ну, хотя, да, электронная музыка – это в то время другое, но вот электроакустическая музыка, вот так, как мы ее сегодня понимаем, это как раз в значительной степени то, что является прямым следствием идеи Пьера Шефера. Это тоже то, чем мы будем заниматься. То есть мы будем заниматься композицией в звуке. И поиск звуков, создание инсталляций звуковых или композиция в звуке. Да, это совершенно разные, на самом деле, темы, но они все абсолютно родственные. И, в общем, мы будем заниматься и тем, другим, и третьим, там, четвертым. И в этом смысле то, что будет в Декозил, ну, это отнюдь не цель всего курса. Да? Это просто один из феноменов, да? Одна из тем, которая сопутствует курсу. Но что это такое? Это попытка реконструкции классической экспериментальной инсталляции Давида Тюдора «Rainforest». Ну вот вы видите, да, это Джон Кейдж слушает колокол, по которому бьет Давид Тюдор. Это Давид Тюдор. Это, ну, на самом деле, наверное, первый и главный коллега Джона Кейджа, вот, который постоянно работал с ним в самых разных проектах. Это первый исполнитель 433 Джона Кейджа. И вот Давид Тюдор, который, в общем-то, ну, абсолютный пионер живой электроники, и именно он был создателем инсталляции, которая была названа Rainforest, которую мы будем пытаться реконструировать в Декозил. То есть это тема, на самом деле, которую постоянно, из года в год повторяют в разных консерваториях, университетах, каких-то художественных школах, потому что эта инсталляция, она, в общем, уже давно оторвалась от своего автора, да? Автор уже умер, а инсталляция все живет и развивается, и уже вот если сам Тюдор создал 4 Rainforest, была версия 1, 2, 3, 4, то сейчас уже есть какие-то 5 Rainforest, но на самом деле мы будем делать реконструкцию 4 Rainforest. И что это такое?
Это как раз идея found sound. То есть это идея звуковых объектов, найденных объектов. То есть все, что звучит в Rainforest, это найденные объекты. Вот сначала был найден вот этот колокол буддийский, да? А потом вот уже инсталляция Rainforest, которая была перемещена вот эта бочка, которая стала частью инсталляции. А инсталляция, она большая, в ней много объектов. И все эти объекты не просто звучат. То есть вот в чем для нас интерес создания этой инсталляции? Тюдор пришел к идее, что на самом деле, ну, он не хочет больше слушать хорошо записанные звуки на качественной акустике. Ему очень интересно послушать, как звучат те или иные звуки через акустику каких-то необычных объектов. Да, ведь все объекты имеют какие-то свои акустические свойства. Вот эта бочка замечательная, да, она имеет очень, это очевидно, очень выраженные резонансные свойства. Если мы по ней бьем, как-то заставляем ее вибрировать, то, скорее всего, она будет довольно-таки интересно звучать. И любой из этих объектов может звучать под воздействием внешних вибраций. И Давид Тюдор, он решил попробовать, а что будет, если он будет транслировать на объект вибрации с помощью специальных вибродинамиков. То есть вот на эти объекты установлены специальные вибрирующие колоночки, которые заставляют вибрировать объект. И это проект, который делается большой группой художников. Ну, количество художников может быть там где-то от 15 до 40 в среднем. Да, то есть это 20-30 человек, может быть. Каждый работает над своим объектом, и каждый создает свой собственный звуковой материал, который тоже строится на основе найденных звуков, электронных, записанных звуков. То есть это уже, во-первых, это варьируется в зависимости от проекта. То есть здесь нет какого-то жестко заданного материала. То есть здесь идея в том, что все находится здесь и сейчас. Вот мы нашли эту группу художников, каждый художник нашел свой звук, свой объект, и каждый художник учится работать своим объектом. И смысл объекта в этом случае, как фактически вот то акустическое пространство, которое, да, вот такое микропространство, связанное с этим объектом, которое озвучивается звуками, которые транслирует на объект сам исполнитель. И тут оказывается, что за счет того, что эти объекты абсолютно нелинейны, то есть, да, мы не можем качественно воспроизвести какую-то фонограмму. Мы слышим что-то странное. То есть эти объекты полностью меняют звучание того, что мы на них транслируем. Поэтому художники должны найти тот материал, который будет лучше всего взаимодействовать с резонансными свойствами объектов. Ну, получается, что здесь, в общем, немножко акустики. То есть мы должны четко понимать, что такое резонанс. Да? Сколько, каких резонансов могут иметь те или иные объекты, в какую точку поставить вибрационный динамик, да, чтобы возбудить вибрации в этом объекте и не нарушить акустических свойств объекта. Вот это вся та кухня, которую каждый раз в новой группе художники проходят с нуля. И в этом смысле это безумно интересный проект, потому что он сам в себе содержит уже воркшоп, да, это лаборатория, которая заканчивается созданием большой инсталляции, которая может насчитывать в себе десятки объектов, и коллективный перформанс, ну, в среднем, который идет от 3 до 6 часов, когда создатели этих объектов играют на своих объектах теми звуками, которые они специально нашли для этих объектов. Ну, как-то так, то есть все просто. Но на самом деле это очень большая работа. И в этом смысле, если кого-то это заинтересует, подключайтесь в какие-то, да, вот дни, когда у нас будет онлайн-лаборатория в ДКЗИЛ. И, в общем-то, вы можете наблюдать за этим процессом или можете попытаться подать заявку на участие и стать частью вот этой группы, да, художников, работающих с этой инсталляцией. Вот, поэтому в этом смысле это реклама вот будущего проекта и приглашение к взаимодействию, к участию или просто к наблюдению за тем, что происходит. С 3 по 16 августа и приблизительно 13 августа будет наш перформанс. Приходите, слушайте,
Участвуйте. Андрей, я снова включаюсь. Есть вопросы. Первое, как можно подать заявку? Или можно ли просто поволонтерить, спрашивает вас Константин. Кстати, он здесь с нами в Zoom. То есть можете с ним... Значит, да, я просто сразу хочу ответить на этот вопрос, что, может быть, даже не просто можно поволонтерить, а прямо это вот жизненно сейчас необходимо, если кто-то хочет поволонтерить. Потому что я знаю, что в Доказил, там у нас сейчас очень непростая ситуация, потому что, ведь понимаете, буквально до вот еще где-то неделю-две назад еще вообще никто не знал, можно будет все это провести или нет, потому что была самоизоляция. И весь проект замышлялся как проект онлайн. Даже перформанс будет происходить у нас исключительно по аудиопотокам. Да? То есть все сделано было под ситуацию полной невозможности физического контакта. И вот вдруг эта возможность появляется. И сейчас в Доказил идет покраска стен под нашу инсталляцию. И, в общем, вот я знаю, что если... Наверное, нужно просто выйти на контакт с Машей Мулоковой. Потому что Маша координирует как раз там работу с инсталляцией. И поволонтерить будет просто замечательно. Я знаю, что у них до субботы вот просто крайняя необходимость в помощи. Смотрите, я скинула в чат ссылку на open call, который размещен на сайте школы Родченко. Все, кто нас смотрит по другим ресурсам, могут просто пройти на сайт. И на первой странице этот open call, он есть для участников, для участия в фестивале «Отзвук». Там же есть ссылка на заявку. Просто когда вы подаете заявку, вы пишете «Я хочу быть волонтером» или «Я хочу участвовать в инсталляции». Заявка все еще открыта, поэтому вы можете это сделать. И я думаю, что вашей помощи будут рады. Да, Ань, спасибо, да, но смотрите, значит, здесь еще просто важно что, что, собственно говоря, у нас работа начинается с 3 числа, но до 3 числа, даже до 1 числа, я знаю, что в Доказил там действительно реально вот большая потребность в помощи. Поэтому, на самом деле, если кто-то действительно хочет помочь, то это актуально прямо сейчас. Поэтому, может быть, не надо ждать даже open call, а прямо выходить на контакт с... Да, можно, можно. Но тогда надо скинуть почту Маше как-то. Я думаю, я могу этим заняться. Может быть, да. Так, вопрос еще есть у нас с YouTube. Подскажите, какую литературу почитать в рамках данной области искусства? Ой-ой-ой. Нет, я могу... Я думаю, что проще всего сделать так. Если просто вы оставите свои контакты, вот Ани, например, да, просто если будет какой-то мейлинг-лист, или, может быть, какой-то просто у нас будет группа в Facebook, и я вам просто дам ссылки, потому что есть действительно замечательная литература, которую вы просто нигде не найдете, она вся на английском. Да, то есть, к сожалению, на русском языке вы ничего не найдете. А, вот у меня сейчас книжка должна выйти, вот буквально прямо сейчас в гараже. Я думаю, что надо просто составить список литературы именно с именами, и мы его опубликуем открыто. То есть это могут быть не ссылки, а именно названия книг. Я думаю, что это полезно, тем более, что группа там «Изображение в движении», они тоже составляют список литературы. Здесь один нюанс. Просто я могу дать список литературы со ссылками на PDF-ы. Угу. Я не имею права распространять эти PDF-ы. Да, это понятно. Поэтому дайте хотя бы просто имена, мы их открыто опубликуем. Если кто-то вам на почту напишет, она была в начале трансляции, вы можете дать ссылки, я думаю. Да. Потому что, в принципе, вот то, на что я ссылаюсь, это все доступно, и можно просто скачать копию. Угу. Хотя это нелегально. Ну, это мы знаем, да. Так, вопрос еще был, что вы ждете от студентов при подаче портфолио, если вы будете присутствовать на отборе, что-то вы хотели бы там увидеть? Ну вот, как я понял по вчерашней переписке, у нас, по-моему, где-то в середине сентября. Да, все верно. Наверное, в этот раз до этого я не присутствовал, потому что просто лаборатории таковой не было. Я думаю, что если, в общем, действительно будут такие... заинтересованные, да, в том, чтобы попасть в лабораторию, то, конечно, я там буду присутствовать. Но мне трудно сформулировать, что я жду. Да, я жду какого-то такого, да, профиля личности, который давал бы четкое понимание того, что человеку, да, вот звук, вот, да, что вот этот самый, кто повернут на звуки. Это очень несложно донести.
Вот. Но я думаю, что у каждого какой-то свой способ, может быть, донести эту идею. То есть меня не интересует, пишете ли вы альбомы, да? То есть не очень. То есть интересует, но не очень. То есть там вы можете давать ссылки на свои работы в SoundCloud, например. Да? Но это часто оказывается совсем не то, что может нести, быть наиболее полезным для меня. То есть чаще всего, как показывает практика, вот на самом первом этапе самым интересным для меня оказывается то, что сами вы считаете, может быть, абсолютно несущественным и даже иногда ошибочным. Да, то есть вот эта странная вещь, что иногда вот эти вот какие-то опыты, неудавшиеся опыты, дают мне гораздо больше понимания того, насколько потенциально вы наш человек, да, чем ваши, как вам кажется, правильные работы. Вот, поэтому, ну вот... Вот, я вот Настя Фролова, я даже вам озвучу имя, фамилию, что очень заинтересованы. У меня портфолио визуальное, но есть музыкальное образование, небольшие эксперименты на аналоговом синтезаторе, плюс полевые записи на диктофон. Что полевые записи, еще интересно, да, да. Ну, опыты на синтезаторе, да, конечно, интересно. Просто... Ну, да, у нас строится работа на чем? Мы начинаем с какого-то такого теоретического курса, но потом у нас очень быстро начинается практика, и на самом деле все ваши опыты могут оказаться очень даже востребованными. Но, еще раз, мой подход, он сугубо эксперименталистский. То есть, в общем, скорее всего, если что-то соответствует каким-то канонам, вот вы создали что-то, что вам очень нравится, потому что это что-то напоминает, и, в общем, это соответствует каким-то стандартам, да? Это явно не к нам. Ну, то есть это к нам, да? Но мы будем стараться эти стандарты объехать. И поэтому, если у вас есть опыты, которые бы действительно показывали на то, что да, вы пытаетесь что-то найти, и, возможно, вы не знаете, куда идти, да, но вот это прямо следует из этих опытов, и вы это понимаете. Вот это самое то. Ну, я надеюсь, я как-то, да, относительно себя... Да, ну я единственное хочу еще Настю подбодрить, что если у вас есть визуальное портфолио, это как раз то, что нужно, потому что в школу Родченко именно с визуальным портфолио и поступают в первую очередь, а вот потом вы можете в своем письме мотивационном уже написать, что вы особенно интересуетесь лабораторией звука и собираетесь выбрать ее одним из своих практикумов. Вот. И сразу будет видно, что вы ориентированы, разбираетесь и понимаете, куда вы поступаете, зачем и что у вас. Ну да, ну и просто чтобы тоже напугать или наоборот, в любом случае музыкальное образование, оно всячески приветствуется. Это в принципе очень полезный навык, который, в общем, хорошо иметь, но очень часто оно оказывается... сильно мешающим для того, чем мы занимаемся. Потому что да, знание сольфеджио – это здорово. Но очень многое из того, что мы делаем, оно будет противоречить тому, чему учат в музыкальной школе. Да? И это тоже является частью практики. В общем, сделать что-то не то, чтобы вопреки, да, но найти другой ракурс. Казалось бы, какие-то, в общем, привычные вещи. И поэтому музыкальное образование, оно, в общем, помогает. Но надо понимать, что мы занимаемся немножечко другим. И не бояться этого. Может быть, у кого-то, кто присутствует вместе с нами, в Zoom есть вопросы, я бы включила вам звук, или вы сами можете это сделать. Напишите. Ну, в принципе, у нас участников-то вот в Zoom не так много, поэтому, да, можно смело задавать вопросы просто открытым звуком. Злата, я вас подключаю. Вперед. Здравствуйте, меня слышно? Да, очень хорошо. Я хочу такой вопрос задать. У меня также визуальное портфолио, но я послушала вашу лекцию, меня немножко заинтересовало. У меня такой вопрос. Достаточно ли будет включить в портфолио, чтобы показать свою заинтересованность, какой-то единичный, например, проект, который я подготовлю, ну вот, буквально за месяц, например, да? И можно ли прийти на консультацию не с примерами, а, например, с идеей, которую я бы хотела воплотить, чтобы включить в портфолио? Да, конечно, да. Просто еще раз...
Ну, я просто, да, боюсь как-то вот напугать или, может быть, сформулировать что-то, ну, так, что вы меня не совсем правильно поймете. Часто даже какие-то идеи из области более визуальной, они даже предпочтительнее, чем, может быть, опыты сугубо музыкальные. Ну, просто, ну, когда вы да, войдете в тему, то вы, в общем, поймете лучше, что на самом деле здесь, в общем, область визуального, она где-то даже более родственна искусству звука, с которым мы работаем, чем, может быть, вот традиционное музыкальное. Ну, у меня нет музыкального образования, поэтому я вряд ли принесу что-то такое классическое. Нет, я к тому, что вы не будете, наоборот, если у вас есть какие-то вот идеи, как у художника, еще имеющие отношение к звуку, каким вы себе его представляете, да, неважно, правы в этом или нет, это замечательно. То есть это просто то, от чего мы можем отталкиваться дальше. Хорошо, спасибо большое. Так, пока больше не вижу никаких дополнительных комментариев. Мне от себя хочется добавить, что было очень приятно увидеть лабораторию звука в таком собранном состоянии, потому что я, к сожалению, успела выпуститься до того, как она появилась. Ну, я надеюсь, что вы появитесь у нас в самое ближайшее время, да, мы по вам соскучились, поэтому, в общем, приходите в гости, в общем, можете там поработать, если найдете себе тему. Нет, ну там на самом деле очень-очень хорошее, очень удобное пространство, ну, для тех, кто там еще не был. То есть это буквально 3 минуты от метро Парк культуры. И на самом деле, ну вот как-то я безумно люблю это место. Я понимаю, что это все временно, что когда-нибудь это закончится, рано или поздно. Но, в общем, даже с точки зрения экологии, да, оно абсолютно идеально. То есть там нет пыли, там кругом какой-то вот эти вот ботанические сады какие-то растут. Значит, и там у нас действительно, ну, места немного, но ровно столько, чтобы было очень удобно работать. Там стоит многоканальный звук. То есть, если вас интересует работа с многоканальным звуком, это тоже наша тема. Сейчас там у нас 8-канальный звук, на самом деле там больше. У нас сейчас реально, наверное, ну, где-то до 14 каналов, я думаю, в неделю. Но Есть еще вопрос от Константина. Бывают ли какие-нибудь мероприятия, кроме этого курса, воркшопы, лекции именно у вас? Ну, бывает, конечно, довольно-таки часто. Ну, не даже часто, да. Это зависит от ситуации и времени. То есть, ну, было много планов на весну и лето, но вот эти планы, они в основном пока находятся в стендбай режиме. То есть, бывает. Бывает не только в Москве, поэтому, в принципе, ну, обычно я в Фейсбуке, если вот как-то вы меня в Фейсбуке найдете, то всю информацию, как правило, я распространяю через Фейсбук. Насколько я помню, за прошедший год как минимум одна выставка точно была сделана в рамках школы Родченко. Я видела фотографии. Ну, у нас в прошлом году были выставки, связанные с дипломными проектами. Вот у нас были там, вот, на мой взгляд, очень интересные инсталляции, целый ряд инсталляций, связанных вот как раз со звуком. И была огромная выставка в Питере, в Манеже, ну, связанная с кинетическим искусством. То есть вот я курировал там раздел синестезия. Ну и так уж получилось, что мои дипломники, они как раз в этой теме и работали все. Ну поэтому естественным образом я всю школу Родченко, ну не всю школу Родченко, да, а свою часть школы Родченко притащил в Питер в Манеж. Ну и на мой взгляд, там в общем все здорово получилось. Но, к сожалению, вот это все как раз наехало на начало самоизоляции. И, в общем, ну, есть очень интересные вот 3D демонстрации всей этой выставки, там можно погулять. Спрашивает еще также Константин, и можно ли как-то посмотреть на инструменты термена, как термин вокс, только для танца, забыл его название. Терпситон. Можно, но вот просто, да, всему свое время. Вот я сейчас не в Москве,
там, через там, пару дней я буду в Москве, вот начинается доказил, и как раз я буду параллельно приводить в порядок территорию лаборатории, там просто не все инструменты собраны сейчас. Что-то стоит, а что-то еще пока складировано. То есть где-то к осени точно совершенно можно, и может быть даже в августе. Ну, как-то надо списываться, договариваться, и, в общем, приходите в гости. Хорошо. Мне кажется, все, мы уложились по времени. Сейчас посмотрю, есть ли еще какие-то вопросы. Вопросов пока нет. Еще раз всех хочу пригласить в культурный центр ЗИЛ. То есть сейчас там будет проходить основное движение по инсталляции Rainforest. И там же можно будет еще раз встретиться с Андреем. Им также нужна будет помощь техническая. Вот, поэтому откликаемся на open call, который размещен на сайте школы Родченко. И ссылки, которые я скинула в чаты, будем вас там ждать. Приходите. Ну да, ну и просто, чтобы немножко добавить про вот доказил, просто open call тоже такое довольно условное понятие в этом случае. То есть сейчас там все рассчитано на 16 участников, но это не означает, что их не может быть больше. Да? То есть желательно, чтобы их не было меньше, но у нас уже много. То есть... ну, насколько мне известно, там еще образовательная программа, собственно, к фестивалю, и там будут открытые мероприятия, лекции, все это бесплатно. И также просто как зритель на вашу работу посмотреть. То есть я в этом смысле приглашаю еще. Ну да, вот, то есть у нас там есть такая форма участия, как наблюдатель, то есть когда можно приходить и даже участвовать в воркшопе, но, может быть, да, это не закончится объектом вашим, но соучаствовать можно. Я думаю, что там достаточно для этого места, и, в общем, у нас будет достаточно времени, все-таки с 3 по 13 это достаточно долго. Вот. Хорошо, да, спасибо за интерес. Спасибо вам, спасибо, да, до свидания. До свидания.